Это кадры прошлых выходных. На Титов-арене яблоко упасть негде. Далеко не все желающие смогли тогда покататься. Многие простояли в очереди и ушли домой. Организаторы пообещали сделать выводы и, видимо, сделали. На этот раз жалоб в соцсети не поступало, хотя людей было много. Почти 2000 человек приехали и на снежные склоны. Ажиотажа мы здесь не наблюдали. Сноуборды и горные лыжи далеко не для каждого. Но организаторы считают, что со своей стороны сделали все возможное. Ведь бесплатно покататься с гор удается нечасто. Самое основное, вот скажем, это канатная дорога. То есть она, ну, в этом виде спорта, скажем, стоит дороже всего, чем аренда инвентаря. Вот, поэтому вот мы решили сделать канатную дорогу бесплатной. То есть 6 часов люди свободный доступ. Людей немного, но, по словам директора комплекса, в обычное время их гораздо меньше. Задумка сработала. Акция привлекла в том числе много новичков. Было бы здорово, если бы это не только ночь была, а полностью выходные. Я тоже считаю, что это правильное решение, потому что люди будут развиваться и будут становиться спортивными, все более и более спортивными. Вот. И я считаю, что это тоже должно быть днем, не только ночью. Правда, бывалые горнолыжники такой активности оказались не очень довольны. Новичков, да, много. Неопытных. И страшно за них. Потому что они кататься не умеют, ну и инструкторов не нанимают. Поэтому и травмоопасно для них же, и для нас, для тех, кто катается постоянно. Потому что у нас на спине глаз нету, чтобы увидеть его, летящего. Но даже бывалые уверены, благодаря таким акциям больше людей заинтересуется горнолыжкой, а значит, повысится и культура катания. Всего в рамках бесплатной акции на Авальмане побывало почти 2000 человек. Повторится ли такая же бесплатная горнолыжная ночь, пока неизвестно. Краевой Минспорта обещает в ближайшее время опубликовать список объектов на следующую ночь. Возможно, там появятся футбольные, баскетбольные площадки и даже бассейны. Илья Кочетков, Николай Шелко, «День с толком».